До прихода в Тинториум я учился в Пермской государственной медицинской академии, получал знания по медицине, был студентом, учился с утра до самого вечера, грыз науку. И когда я уже получил диплом на руки, у меня встал вопрос, либо я иду работать дальше на зарплату, либо я все-таки пробую себя в бизнесе и занимаюсь своим собственным делом. Почему я выбрал именно Тинториум? Это уникальный случай. Вот здесь как раз мы говорим о роли наставника, о роли друга. У меня есть с давних времен институтский друг Андрей Харайкин. И вот он мне сказал, он мне предложил заняться бизнесом, бизнесом Тинториум. И он мне тогда так и сказал, вот ты пойдешь на зарплату, даже на хорошее место, ты будешь один работать на свою зарплату. А если ты пойдешь вместе со мной, мы вместе будем заниматься бизнесом. И это тоже было огромным влиянием на мое решение вместе с другом заниматься бизнесом. И мы до сих пор вместе, и мы делаем бизнес Тинториум. Мы, когда запускали новый продукт, Цампа, это продукт родом из Тибета. Мы ездили в Тибет. Мы посетили Южную Америку, несколько стран в Южной Америке. Также мы ходили в Антарктиду. И везде, где мы были вместе с коллегами из Тинториум, которые уже стали по-настоящему друзьями. Мы смотрели на мир в рамках своей работы, зачем нам это нужно. То есть не просто так съездить, посмотреть какую-то страну. Мы брали оттуда то, что потом использовали в своей деятельности. Я до сих пор помню каждую свою поездку, это очень круто. Я думаю, что таких путешествий с Тинториум будет еще очень много. Мне всегда нравится народная мудрость. И вот одно такое выражение, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Почему-то я это считаю, что так и есть. Я этому полностью верю. И компания Тинториум дает именно это. Позволяет человеку взглянуть на свое здоровье не с точки зрения таблеток и порошков, а с точки зрения быть здоровым. Жить полноценной, качественной жизнью, радоваться каждому дню, потому что когда ты здоров, тебе хорошо само по себе. А второе – это быть богатым. Тинториум предоставляет возможности каждому человеку, независимо ни от возраста, ни от образования, ни от каких-то других препятствий, просто попробовать себя, начать заниматься своим собственным делом с замечательным продуктом Тинториум. И просто-напросто зарабатывать, быть здоровым и зарабатывать. Я считаю, что это две вещи, которые нужны каждому человеку на этой планете. Быть здоровым и иметь возможности реализовывать свои мечты. Тинториум – это круто.